Хоть тебе и 50, выглядишь моложе ты, черным золотом богат и людьми хорошими. И, наверное, оттого возраст твой не верится, город детства моего, над рекой Медведицы, город детства моего, над рекой Медведицы. Технику, равняясь, смирно, торжественную линейку, посвященную Дню памяти воинов-интернационалистов, прошу считать открытым. Внести знамя Российской Федерации! Дорогие друзья, уважаемые горожане и, как гляжу, у нас здесь много гостей нашего города. Может быть, кто-то впервые, Михайловка, наверное, впервые принимает участие в спартакиаде, который уже несколько десятков лет проводится на базе Жирновского нефтяного техникума. Я очень рад и счастлив, что в нашем городе есть такое учебное заведение, которое воспитывает настоящих патриотов нашей Родины. Тех ребят, которые с оружием в руках защищают нашу отчизну, если это нужно, служат в рядах российской армии, раньше это была советская армия. И я уверен, что нынешние студенты Жирновского нефтяного техникума, здесь лежу Жирновского педагогического колледжа, обязательно пойдут служить, как и я служил с 1974 по 1976 год в ряды российской армии, и обязательно придут живыми и здоровыми, возмужавшими, действительно защитниками нашего Отечества. В городе Грозном погибает два Зуева. Саша Зуев и Андрей Зуев. Мама Саши Зуева здесь присутствует у нас сегодня. Это воспитанник, студент Жирновского нефтяного техникума, и Андрей Зуев. Это житель Еланского района, который закончил Жирновский педагогический колледж. Наши жители города помнят этих ребят, что каждый год мы встречаемся в стенах нефтяного техникума, чтобы сказать слова благодарности и выразить соболезнования маме Саши Зуева. В декабре каждый год мы встречаемся в педагогическом колледже, чтобы провести спортивные соревнования в память об Андрее Зуеве. Здесь у нас присутствует мама Саши Лицукова. Это тоже парень, вот у нас Александр Николаевич, который окончил нефтяной техникум, но он не пришел со страшной чеченской войны. Мама здесь присутствует, живет на улице Садовой, дом 13. В городе Жирновске также проживает мама Андрея Чуваева, кто также погиб в Чечне, проживает на улице Зеленая, дом 90. Поэтому мы помним тех ребят, которые не пришли с срочной службы в советской или в российской армии. Я уверен, что мы всегда будем помнить о тех славных ребятах. В городе Жирновске у нас 30 лет назад была задумка в райкоме комсомола сделать памятный знак воинам-интернационалистам.
И в 89 году он был поставлен в Комсомольском парке. Если там бываете, в прошлом году мы сделали благоустройство на 10 миллионов рублей этого парка. Мы обновили этот памятный знак, а в 14 году мы поставили две мемориальные памятные плиты. Там 6 ребят слева, кто погиб в Афганистане, жители Жирновского района, и 6 человек справа плита, кто погиб в Чечне. И каждый год мы приходим и отдаем дань уважения родителей и дань памяти тем, кто не вернулся. Ну а вам, ребята, спортивных побед! Я уверен, что вы обязательно пойдете служить в нашу российскую армию, и ваши родители обязательно через год встретят вас живых, здоровых и возмужавших. Спортивных побед вам! Всего доброго! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Жирновской земле. Мы, русский народ, отличает то, что он чтит память своих героев. Ведь не зря только в России отмечается и Куликовская битва, и победа в Великой Отечественной войне, и есть праздник День защитника Отечества. Ой, неожиданно. Я вот смотрю на вас, ребята, такие молоденькие, красивые. Когда-то и наши такие дети были молоденькими. И 20 лет им всего было, они погибли. Эта проклятая война их забрала. Берегите вы себя, не употребляйте наркотики. Это тоже как война. Сколько же это поумирало от этих наркотиков. Берегите себя и уважайте, и любите своих родителей, чтобы они не плакали никогда. Чтобы не было в вашем доме никаких страданий. Внимание, всем! Равнение на знамя. Ура!